такие дела. Это что? Ну это насос топливный. Видишь? Получается, что только от аккумулятора пашут. Что, заводить еще? Аккумулятор не посадим. Можно снять его генератор. Это наша газель, которую я зову белая лебедушка. От Владивостока до Лиссабона прошла Прибалтику и Скандинавию. Посетили около 600 городов и сел района. Ну, сейчас ехать завтра. Никак что-то нет. Новый карбюратор тут поставили, генератор. Все это. И что-то никак. Не могут понять, что, где, как. Позвали Романа. Был Глушков, поладил что-то, тоже не пошло. Ребята аж склады сейчас запечатывают. Вот. Вот сегодня последний день мы здесь находимся. Дрова не вывезли. Не знаем как. Дальше снег. Все, сегодня Шарик уедет. Виктор Николаевич поедет. Ну что? Что? А? Ой-ой-ой, да грязнули такое. Лапы-то грязные. Смотри, что сделал ты мне. Руку только напачкал. Вот так, вот это вот у нас тестомес. Рядом балерина стоит. Там Глушковский дом. Это Лабус. Все здесь есть. Это теплица. Теплица у нас называется парник. Что там есть? Нет, помидоры вроде бы застыли, может быть. Это вот первая землянка, в которой тоже жить. Пытались, вот все обвалилось, она из пластов земли, а о другом даже и думать не хотели. Колышки забиты и примазать глиной. Денег ноль, лишь бы на кусочек хлеба было. Вот как восстанавливать. Это подвалы, наклонилась, земля обрушилась, там все обрушилось, паутина заросла. Но все можно выправить. Там стены такие. Ну, братья вот наши тут. Володя, мы это так и не свалили. Надо свалить. Даже своей пилой где подпилить и веревкой сдернуть. А где Никита? Там стекло вставляет. Ну так что, веревку принеси только и все. Пила у тебя рядом.
подпилить вот эти здоровые, которые сторона. Грохнуть надо его. Они как раз сейчас спят. Наклонил его, это огромное дерево. Упало на балку и давило. Вот его отпилили, оно валяется сейчас. Вон оно какое. Громаднейшее. А вот это вместе соединилось. Это примерно 2 с лишним метра в диаметре. Да, ужас какой. Часть отвалилась и возгнила. Сейчас пойду за веревкой.